Мерзавцы. Кого-то есть демон? Спрекнитесь оба. Кто-нибудь. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Максимус, спекайся в демона быстрее. Спасибо за спек. Давайте рост тогда. Выходим с лужи. Труп заберешь, не твой. Ауру на огонь поставьте. Ретри, поставь ауру на огонь и давай там мастер ауру. Скажешь, когда зубы кинуть? Да не понадобится. Умножор, выйди с лужи. Не знаю. Я утробу кинул зубы. Мытья, прожми незыблемость. Если не прожимал, или кровату, вот, убегайте, слушай. Кто ли его танчит? Никто. Я даже не умер. Утроб заберешь, умыйте, потом босса, когда она получит его. Поюгим на ману, ставьте тотемы. Смотрите, никто не умер даже, потрясающе. Бейте правую через звездочку. Так, хилы, встаньте за кружок. Когда блеванет червяк в рейд, я дам гимнат хил. Служи, выходите, миники. Мытья, проводи дальше босса. Видишь, там лужа. Так, даю гимн. Иди, беги по рейду. Мытья, беги по рейду, в кружок забеги тоже. В кружок беги. Ой, я только сейчас заметил. В мини-зону теперь беги, к звезде. Звезду быстрей. Отлично. Повезло. Блин, я в шипошмоте ДЦшу. Представляете, никто еще не умер. Не становитесь под морду босса, он блюет. Можете умереть. Кидай анекдотки, пусть туда треньки прокуют, он нас под разгоняет. Фантастический человек. Так, сакры только по команде давай, правильно? Да. Давай, хил первый, утроп второй. Вы знаете, когда давать сакры? Верно? Что? Ну, он должен... А, ну тогда давай, утроп первый, хил второй. Заберите с хилда, утроп, забери с хилда. Только сакры его... Так, сейчас буду считывать всех. Ауру на лед поменять. Ретри, давай ауру на лед. Отведи от центра, пожалуйста, чтобы ты видел, когда босс кастует этот сокрушение, дал нормально сакру. Сейчас смотрим. О, каст уже сбивается. А не, ни хрена. Относительно вот этого тайминга за 5 секунд. Давай, сакру. Так, он бежит на меня. Звездочку, кружок между ними. О, видите? Кружочек бежал, он... Прожимайтесь, там 100% получаем урон у босса. Спойте, пожалуйста, гимна маны. Он дал. Забрал. Да, классно. Колобунус, теперь ты давай. Так, смотрим. Мытья, на тебя бежит босс. Прожми что-то. Убегай, мытья. О нет. Почему никто не умирает?
Дань бессмертию делай. Да, конечно. Танков мало. Хилы хорошие, вот, наверное, никто не умирает. Ну, тут не особо от хилов-то все зависит. Так, вот это. Кинжал надо кому-то. Холиприст. Пояс на холиприста. Трофей. Мекс. Игорка. Я? Мексимум, да? Где? Да, спекнись. Этого демона. Так, запускайте следующего босса. Набирайте дистанцию. Кружком становитесь вокруг босса. Запустили, не? Нет. Запускайте. Там будет вулкан в конце. Распределите две сакры по 8 секунд. Там первый утро, второй хил, пожалуйста. Что тут еще? Кадаверстия. Если на тебе кинется метка пламя легиона, ты с ней выбегаешь с рейда. Это типа аналога темные метки на лане. Тоже лужу разливаешь, только желтую. Поняла? Если ты будешь стоять в одной точке, то ты умрешь с этой лужей. В остальное время просто бей босса или то, что скажут. Маги, воруйте стаки, присты помогаем. Маги обещали, что сами все диспель. Нет. Твой диспель тоже. Их дамаг не зарешает, а вот может босс убить нас. Я серьезно говорю. Портал появится слева от босса, сразу сольем. Давайте в портал сыграли. Череп хилим. Так, спою гимн на ману, хилика беги. Диспельте магию с босса. Череп хилим. Скоро будет пламя легиона, будем выбегать. Добейте моба, моб сбивает каст хилам. Ретри, выбегай с рейда. Щиток на себе, флешку. Так бабл, наверное, скидывает вообще. Да, бабл скидывает. Череп хилин. Скоро будет вулкан, 2 секунды. От вулкана отбегаем, РДД. РДД отбежали, все сыграли. Вулкан, рассеивайте заклинания с босса. Давайте гимн от хил, если есть моринг, выбегай с рейда. У меня гимн от хил. Лужи выбегайте, череп хилим. Так, убили. Давайте вулкан, последнего вулкана убейте. Ну, этот трэш под боссом. Он ауешит, сбивает косты хилам. Череп хилим. Ретри, выбегай. Ретри, выбегай с рейда.
Так, дистанцию набрали, РДД. Сейчас будет молния со стаками. Да бейте, врата, трэш не бейте. Сейчас пламя легиона, ну бахил. Убегай, бахил, убегай. О, цепуха прошла нормально. Че, опять даже никто не сдох? Нет. На дань бессмертия идем. Может, правда сделаем? Не, не сделаем, вайпимся на чемпах. Кольцо надо кому-то? Кило кольцо. Знаю, как не вайпнуть на чемпах. Давай. Давай. Кольцо выйдет. Давайте палки на вапмир. Должны выгревать опасных мобов. Чтобы справиться. Калия топовая. Нормилика. Трофей. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Колье уже паролили? Да, паролили. Когда версия, ты колье ролила или что? Или трофей? Дадите 50 босса. Вы встретитесь с могучими рыцарями первого авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойно. Когда... Когда... Арстян, тогда не дай колье, декрали не на колье рулю. Ну, бахил, отойди, пожалуйста, от босса. Или ты хочешь, чтобы мы вайпнулись? Вместо твоих рыцарей мы бросаем вызов. Где она? Звездочки передай. Ой, станка спеки. Во славу альянса герои, во имя вашего короля. Спекайся. И все, только 4. Да, чего надо 6. Ну или фарт какой-то. Да тут контроль решает. Спекайся, топор убить, матма, спекайся. Так. Сейчас посчитаем. Мыть, а ты тут? Держи на себе фурика. Запомни. Не буду метки кидать. Утроп ханта. Хилд. Ретрика. Моровинд. На роге сидишь. Топор рубить. На ДК. У нас остается... Короче, мы будем бить рогу, да? У нас останется лог. Маг и три хила. После роги будем бить кружочек. Так, кто может позбивать косты локу? Может просто этот человек посидеть на локе, бить его и сбивать косты. Хорошо, сиди на локе. Сбивай косты, масауе. Матма, с кого тебе держать? Держи мага. Короче, еще раз повторю, мы тебя... Вара держит, утроп ханта, хилд, ретрика, матмас, мага, моровинт рогу, а ДК топор убить. Матмас, ты услышал? Хорошо, чек на пул. Я взду потом кружок. Пересты диспелем с босса все хоты. Я буду масс-диспелом заниматься. Так, все готовы, погнали. А, да, рейд, постойте в черепке, танки вперед. Ждите, пока сагрят всех мобов. Играем только звезду. А, манажер, короче, постой просто в черепе, ничего не делай. Никого не бей. Если босс к тебе какой-то идет, сразу отбегаешь от него. Стану дезармиться, давайте в рогу. Сбивай, Дашкин. Пока, суслятинка, прожми глыбу.
Если добили звезду, бейте кружок. Просто сейчас пока не вижу, мне надо хилить. О, нормально. Можно расслабиться. War Brain, DK Brain. Плохо держались, значит. Ладно, бейте кружок. Ой, бля, кто меня там бьет? Так ты щелили. Ну, мне когда. Так, War. Держал мытья. ДК топор убить. Ладно. Звезду бейте, потом кружок. Товара снесло. О, блин, танки. Кто может? Ловите череп. Классный мизантроп потанчил, нормально. Можно было его не растить уже. Ну так ты отбежал далеко. Ты должен ориентироваться на хилов. А не, они на тебя, потому что ему тут рейд хил. Давайте в кружок, не спальте, все с кружка. О, бля, что тут долго вы бьете, жесть. Хилит охуенно. Так, меня фернули, я успел фернуть тоже. Так, давайте квадрат. Кто там остался из хил? А, это последний хил. Давайте потом череп. Квадрат. Ханта лучше потом. Кого, кого? Ханта, ханта слева, справа. Ну, давай. Давай ханта да, сначала, после звезды. Дизарм дать. Давайте череп. У тебя есть... У кого-то есть тотем? Спою гимн. Ставьте тотем. Звезду добейте. Помнит человека под ником Оксана? Да. Кто это такой?
Мага, да. Он ходил с нами в рейд. Ну ты же её в гильдию взял. Давно ходил. Да. Она ходила. Она еще мне писала. Но она не очень ДПСит, хотя АГС у меня вроде нормальный. Она мне в ПМ писала как раз в ВК, типа, я так понимаю, ваши гильдии РЛ весь лут забирают. Так она ходит, она на ту неделю ходила. Да не, я не об этом даже, не в этом дело, просто хотел услышать. Так а за что ты тогда ее кикнул? Значит так надо. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Поднимите людей. Кроме короля лича выиграет от подобных. Ну, ведь надо, кулаки. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем лича. Кольцо на Милика. Поезд на РДД. Или на танка по ИПГП. И каску. Yes. Трофей. Пляжное дело 450. Пройти последнее испытание. Кое, портняжное. Пустил, не пустил. Толп, у тебя есть портня? Жуткие валькирии. Что ты говоришь? А если могу персов. Это кто там что-то левый? Блин, напиши в чате, не слышно. Давай левый. Потанчим. Танчите, блин, пофиг. Точно таунтить будем по очереди. Ты танчишь с погибель света. Мыть, возьми темную сущность. А, вижу, взял счетчик на пол. Давай, пуляй. На ком темная сущность, но сейчас у всего рейда. Берем только темные сферки, ловим. Светлые сферы, отбегаем от них. Они наносят урон. Тяжело хилить вас, когда вы получаете этот урон. Светлый портал берем, бьем темную вальку. Вары, в чем ваша проблема? Вы можете взять сферу. Мытья, прожимайся. Там на тебе дебаф. Я вижу, что ты вообще не взял. На тебе темная сфера до сих пор. Пытался захилить, сдохнул. Станьте ближе к темному порталу. Так,
ты ж не взял светлую сферу. Темный портал берем. Все темный портал быстрее. Бьем светлый. Так, вот тут уже добьем, наверное. Классно. Сейчас доролим рецепт, там хилика выиграл. Вроде как. Наручи надо? Елена Милика. Мыть тебе на мейн или на офф? Мне наручи на офф. Мне шея не нужна. Так быстро ролишь, капец. Наручи. О, блин, мне тоже нужно. Что там мыть, Вера? Пей. А вы, короче, не ролили? Разролили. Кидай роль, смотри. Что-то прям фартит сегодня и пояс, и запы. И выбор. Рыба? Ретри, тебе надо выбор? Да. Так. Суслятинка выше тебя по ПРу, так что ладно. Не повезло. Это дай хилу колечко, пожалуйста. Сейчас. Давай, трейд. Сейчас раздай. Подожди, про выбор, Ретри. Давай уже. Конечно, он пошутил. Ты репахните каску. Вот это кольцо? Да. Каска кончается. На тебя смотришь. Не на любую все с ЖМ. Нормально. А, это тебе благодаря с тобой я квесты тогда делала. Истинный воин Dark Stars. Послушник воина. Есть два варианта, как ролить рецепты, либо по профам, именно теми персами, кто в рейде, или просто по рогу. Надо будет опросник запилить. Ролу, и всем. Ну, кинь ролу. О, давай сюда. Видишь, что я выиграл. Зато я выиграл? Так, Эстай, ты сама хилишь или нет? О, спасибо. Давайте каски. Да, ну в смысле Эрдруид, два Эршам. Не мне остаться в ДЦ. Ладно. Дай спекнусь. Чек на бафы. Касок нет на рейде. Всем дал. Давай сейчас чекнем. Чек. Стай, готов? Все. Макрос на пул. Погнали. Локом еще каску. Молодец, топор. Молодец. Подмаз подними и топор убить. Давайте бафы поварам. Сведут трэш, мы играем в трэш потом.
Давайте все в трэш играем. Просто надо сбить. Давайте в трэш. Так, отбежали за снежные комы вот эти. Хочешь сливать? Хочете, ставьте тотемы на маны, там гейм будет сейчас. Встаньте под босса все. Давайте в трэш играем. Последний трэш. Нефть небес по трэшу. Все, становитесь все под босса в звезду. Кроме танков. Все в звезду, фаза начинается, ну кроме ханта. Давайте рост. Шаманы танков на фул, людей с дебафами тоже. Давай, бля. Давайте, чешки. Тут роб сакру. Не хилят вообще. Твою гимн. Войд, подымай хилда. Колобун, сдавая гимн от хил, добивайте босса. Ну вот. Начни топ хилы. Вообще ни одного хила в меня не было. Перчик. Нихила. Ой, нихила на РДД. Офигенский плащ.